Всем привет, дорогие друзья! Вот сегодня услышал от местных жителей, что в нашем грибу, что в нашем лесу появились грибы. Решил после работы съездить, посмотреть, так ли это. Вот сейчас доеду до места. Есть у меня местечко, где растут опята. Сказали, что пошли опята. Так что будем сейчас собирать грибы. Вот у нас лесок такой. Нынче лето засушливое. Основная часть лета была засушливая. И грибов, ну, как таковых вообще не было еще. Уже сентябрь. И ни разу мы не собирали. Обычно начинаем собирать уже где-то примерно с конца июля, наверное, так. Маслята, потом бабки красноголовики, белые боровики, грузди. А вот сейчас только, говорят, пошли грузди и опята. Вот опята-то я хорошо знаю, где местечки есть, а по груздям у меня что-то не получается найти нормальные места, где не приезжаю, везде уже выбрато, все вырезано сплошь подчистую. Люди с города приезжают, немножко диковатые, выгребают всю подстилку вместе с грибами. Так что нам ничего не остается. Надо вставать с утра, еще затемно, пока никто не успел. И тогда, может, повезет. У меня такой возможности нету, так что что будет, то будет. Ну, опять я думаю, наберу, потому что там мало кто ходит, довольно далеко, где-то порядка 5 километров от поселка. Ну вот, мы приехали на место. Опа. Кополухи летают. Тут, блин, такой лесок-то. Тут раньше, в 2003 году, был пожар. Выгорели большие территории леса. Сгорело несколько деревень в округе. Благо, лесничество перепахало все тут в основном, все территории, и засадило по новой елочками. И вот сейчас такой подлесок тут густой-густой вырос. Кабанами все он перерыто. И вот тут мы сейчас будем искать опять. И что же у нас тут есть? Пока не наблюдаю. Ни маслят, ни опят. Неужели обманули? Я остановился не там. Нужен березовый лесок. Ничего не видно. Сейчас пойдем на другую сторону. Пока результата нет. Реально кабанами все вырыто. Вот это все пропахано носами. В нашем лесу много кабана, козлов, лосей, заяц, волк. Волка немного, слава богу, но попадаются. Нет-нет, бывает, охотники отстреливают. Так, вот, ребята, я переехал на другое место. И вот теперь я обнаружил. Вот-вот, они только начали вылазить.
Сейчас я их буду срезать. Смотрите, они какие малявочки. Мариновать будем их сегодня. Не сегодня, может, завтра. Будем их мариновать. Ага. Вот, смотрите, какую кучку красивую нашел. Сразу тут вот еще такая вот семечка. Они только-только вылазят еще. Вот буквально, наверное, один день, как появились. О, видали? Красота! Я рад. Я рад безумно. Представляете, какие красавцы, то что надо для маринада. Маринованная пята — это что-то под картошечку. Это неописуемо. Так. Вот, пойдемте дальше искать. Тут вот вообще сплошной голый пустыня. Сплошной выруб. А они тут на березовых пенечках растут. Вот два опенка. Ну, тут целая семейка уже растет. Срежем вот эти два только. Ну, наконец-то. Они грибы только пошли, видать, день-два назад. Буквально вот к выходным. Тут их будет видимо-невидимо. Их реально будет много. Ну, где еще тут у нас есть? Помню, в детстве отец возил за опятами. Мы с одного пенька насобировали по два, по три ведра. Вот было весело. Приехал 10 минут, нарезал, уехал. Помню, в детстве отец возил за опятами. Мы с одного пенька насобировали по два, по три ведра. Вот было весело. Приехал 10 минут, нарезал, уехал. Вот еще обнаружил несколько кучек. Вот, вот кучка, потом вот, вот здесь хорошая кучка, вон там немножечко есть, ну, глядишь, и насобираем. Удача снова улыбнулась мне, смотрите, вот, еще семейка, вот семейка, тут немножечко есть. Еще по округе посмотрите, еще где-то найдется, я думаю. Угу, будем резать. Вот так вот. Вот у меня уже лукошка. Ведерко. Практически полное. Вот смотрите. Вот это вроде бы опята, но это на самом деле никак не опята, это ложные опята. Они оранжевого цвета, у них такие пятнышки. И они
имеют вот такой неестественный цвет. Вот цвет опенка. Вот видите, как они отличаются. Так, секунду. Вот обычный опенок. У него серая ножка, бахрома под лапкой. А это без бахромы. И ножка у него желтая. И шляпка пятнистая. Осторожней будьте, если будете собирать грибы. Не обманитесь, это отрава. Ну вот, дорогие друзья, разведка боем удалась. Грибов опять я нашел. Насобирал. Вот такие они маленькие, красивые. Только-только вылезли. Их, наверное, мы пожарим. Ну, конечно, тут и замариновать хватит. А в выходные я съезжу уже конкретно для маринада. Будем собирать. Я думаю, за 3-4 дня они тут хорошо подрастут. На этом наш сюжет подходит к концу. Всем, кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем до новых встреч. Пока-пока.